Мы продолжаем выпуск. Расширять границы. Ежегодно преподавать в Североказахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева приезжают зарубежные педагоги. Этой осенью вести занятия у студентов будут специалисты из Польши, США, Китая, Литвы и других стран. В основном это доктора наук. А еще впервые в ВУЗ пригласили иностранных топ-менеджеров. Все это позволяет Североказахстанскому университету шагать в ногу со временем. О необходимости привлечения международного опыта говорит и президент в своем послании. Как это работает на деле, расскажет Жансулу Тастемирова. Смотрите, мы будем работать в администрации, в бизнесе, в медицинском управлении, в биологии, практично. Четвертую неделю логистику у будущих экономистов преподает Стефан Дырко. Легкий акцент нисколько не мешает польскому профессору. Студентам, по всей видимости, тоже. С казахстанским образованием господин Стефан познакомился в 2010 году. Он консультировал министерство по переходу на болонскую систему обучения. Кстати, присоединение к Европейскому соглашению позволяет вузам страны запросто сотрудничать с зарубежными. Образовательные программы к сегодняшнему дню практически сравнялись, говорит Стефан Дырко. То, что ваш президент сказал в посланию, что мы строим общество знания. И без этого обмена, без знания науки, чтобы студенты приезжали, молодые люди, которые будущим Казахстана являются, невозможно построить. Потому что знание уже не хватает нам знания на уровне макро, то значит на уровне государства. Нам нужны уже глобальные знания. Наверное, чтобы привлечь технику, чтобы привлечь технологии, чтобы экономика развивалась хорошо, надо иметь свой интеллектуальный потенциал. За годы сотрудничества с Казахстаном профессор выпустил 4 докторов PhD. Сейчас он научный руководитель еще у 2 претендентов из СКГУ на ученую степень. Также Стефан Дырко проводит мастер-классы для местных коллег. Делиться опытом в североказахстанский вуз приехал и Медхат Махмуд. В университете ему доверили новую должность – проректора по клинической работе. Он курирует высшую школу медицины. Ее открыли только в этом учебном году. Медхат Махмуд 4 года работал научным консультантом в международной клинике в Саудовской Аравии, а до этого на родине. В Иордании. И здесь есть очень хороший, то есть опыт или очень хороший того, что я научился и получил отсюда, и того, что то есть, я опыт, какого получил в Саудовской Аравии, тоже можно совместить и выйти в хорошем, то есть результате. Мы должны вот этот университет показать, то есть не только в Казахстане, чтобы за рубежом, чтобы, то есть, весь мир видел и узнал об этом университете. Медхат Махмуд окончил Алматинский мединститут, прожил в южной столице 17 лет. Работал стоматологом-ортодонтом. Кстати, зарубежные топ-менеджеры впервые занимают руководящие посты в нашем вузе. На привлечение иностранных специалистов Министерство образования и науки на этот учебный год выделило СКГУ 11 миллионов тенге. В ноябре месяце мы ожидаем приезд коллеги из Египта. В дальнейшем приезжают 2 преподавателя из Китая, приезжают преподаватели из США, то есть договоренности составлены. Принцип работы преподавателей, которых мы приглашаем, это в течение 4 недель они читают лекции нашим студентам, проводят семинары. Если, допустим, топ-менеджера, либо преподавателя, который к нам один раз уже приехал, устраивает условия работы, если он реализует достаточно хорошие проекты и руководство, в принципе, видит, что да, есть необходимость в продлении этих договоров, конечно же, мы можем их приглашать повторно и продолжать вместе уже начатую работу. Еще один вид международного сотрудничества – академическая мобильность. Сейчас по этой программе 18 североказахстанских студентов находятся в вузах Западной Европы и Юго-Восточной Азии. Там они будут обучаться один семестр. Жансулу Тастемирова, Рустам Тлеужанов, новости МТРК.